Единовременную аттестацию пройдут и госслужащие корпуса Б. В этот раз сотрудникам госорганов предстоит пройти оценку на наличие компетенций для эффективной работы на конкретной должности. Будет определяться и потенциал служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения. Аттестацию проведут согласно утвержденным графикам. Оценки избегут социально уязвимые работники. Среди них беременные, находящиеся в декрете женщины, ухаживающие за детьми в возрасте до 3 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет. Аттестация также не грозит людям предпенсионного возраста.